Перекресток Кайтбекова Лермонтова. Знак стоп есть, светофора нет. Поэтому водители очень часто, кто едет с Кайтбекова, с КСК в центр города, проезжают на красный, потому что светофора просто не видно. Светофор, который стоит напротив, на ту сторону, очень тусклый. Здесь нарисовали, даже нарисовали, поставили знак стоп, светофора нет. А светофор, который со стороны Лермонтова стоит для пешеходов, его закрывает дерево. Он очень далеко от угла. И поэтому здесь очень часто с аварией на этом перекрестке. Кайтбекова, Лермонтова, водители, здесь есть светофор. Пожалуйста, будьте внимательны, аварии каждый день. Горит красный, а машины останавливаются только потому, что видят, что едут другие машины, а не потому, что видят, что горит красный свет на их линии.